событиях в развитии готовы рассказать корреспонденты ОРТ и я, Максим Самойлов. Вы смотрите «Новости дня». Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Закрыть кинозалы, фитнес и развлекательные центры. Распоряжение подписала главный санитарный врач области. Школьные автобусы под контролем. Госавтоинспекция проверяет транспорт на соответствие нормам. Региональный мат-капитал продлить и расширить. Инициативу обсуждают оренбургские парламентарии. Культурный поход в онлайн-режиме. Музеи и театры приглашают на спектакли, беседы и лекции в удобное время. Перешагнуть вековой рубеж. В гостях у долгожительницы в Шерлоке побывала наша съемочная группа. Спорт на карантине. Как не потерять сноровку и мышечную массу? Советы известных спортсменов. Сразу три случая заболевания коронавирусом зафиксировали в соседней Башкирии, сообщает ряд федеральных СМИ. Двое из заразившихся прибыли из-за рубежа. Еще один уфимец регулярно по работе бывал в Москве. Все заразившиеся изолированы, их контакты отрабатываются. Глава республики Радий Хабиров призывает граждан соблюдать меры предосторожности и напомнил, что приехавшие из иностранных государств обязаны уходить на карантин, нарушение которого преследуется по закону. В Оренбурге из-за коронавируса закроются фитнес-центры и кинотеатры. Постановление о введении в регионе ограничительных мероприятий подписала главный санитарный врач Оренбургской области Наталья Вяльцина. С 25 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса руководителям всех творческих центров, объектов физкультуры и спорта, развлекательных центров, кинотеатров, фитнес-залов, бассейнов и аквапарка предписано прекратить работу учреждений до особого распоряжения. В случае неисполнения постановления заведениям грозит административная ответственность вплоть до приостановления деятельности на 90 суток. И напомним, согласно указу по борьбе с коронавирусом, который подписал губернатор области Денис Паслер, в силу вступил запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 50 человек. Оренбуржцам старше 65 лет рекомендовано перейти на режим самоизоляции на дому. В регионе отменены личные приемы граждан в органах исполнительной власти. Внимание, дети! Безопасность школьных перевозок – один из важнейших аспектов работы современного учебного заведения. Чтобы поездки проходили без эксцессов, автобусы проходят регулярный осмотр сотрудниками ГИБДД. Пока школьники на каникулах, в областной госавтоинспекции проверяют подвижной состав. Кто и на чем возит оренбургских детей, расскажем в следующем сюжете. Петр Чернышов за рулем автобуса больше 40 лет. Стать водителем мечтал с детства. К своей технике относится как к живой. Несмотря на то, что об автомобилях Петр знает практически все, признается, работа со школьниками требует особой подготовки. Они же молодежь, хулиганят. За всеми тоже пригляд надо. И успеть и за дорогой, и посмотреть в салоне, кто как себя ведет, чтобы пристегнутые были. А так, ничего сложного возить. С детьми даже приятнее, чем со взрослыми работать. Оборудование подвижного состава напрямую влияет на безопасность поездки. Для этого современные автобусы должны быть оснащены всем необходимым. Инспекторы ГИБДД проверяют технику сразу по нескольким позициям. Работа элементов освещения, отличающих знаков и надписей. Особое внимание уделяется внутренней безопасности. Наличие огнетушителей, правильно настроенных ремней безопасности и кнопок связи с водителем – обязательные атрибуты. Основные нарушения – это технические неисправности, которые возникают в основном в процессе движения. Это неисправности внешней световой, звуковой сигнализации. Данной организации будет выдано представление об устранении нарушений, установлен срок устранения. После этого транспортное средство будет повторно осмотрено. Осмотр школьной техники проводится два раза в год. Перед началом учебного процесса автобусы проходят полную комплексную проверку. А в период зимне-весеннего межсезонья еще одна, дополнительная. В этот раз она приурочена к акции «Ребенок – главный пассажир». Вячеслав Кампа, Константин Воробьев. Новости дня. И к другим темам. В центре города небезопасно. Гостья Оренбурга, приехавшая из северной столицы, поделилась с нашими журналистами видеокадрами, которые сняла во время прогулки по историческому центру. Девушка запечатлела фрагмент штукатурки, упавший на ее глазах с одного из зданий на Советской. Это произошло днем, когда на улице довольно многолюдно. Никто не пострадал, но повод задуматься над проблемой имеется.
Инцидент небольшой, но внезапное падение штукатурки с балкона очень впечатлило туристку. Особенно тот факт, что это в самом центре города. Впрочем, по словам тех, кто здесь бывает часто, имели место случаи посерьезнее. Может, не от нас, а из башни, такой кусяра вывалился. Во дворе находится офис фонда «Евразия». Его сотрудники говорят, данный случай не единичный. Не часто, но фрагменты фасада этого дома, а также соседнего здания с часами, летят вниз. Летом кусок плиты упал из башни. Ну, естественно, старые наши балконы. Время от времени что-то, какие-то кусочки отваливаются. Этот дом по адресу улица Советская, 27, построен в 1910 году, то есть ему больше века. О чем, кстати, даже имеется надпись здесь рядом, где торгуют сувенирами, посвященными Оренбургу. Управляющая компания, которая раньше обслуживала дом, она разорилась. Это печально известно, управляющая компания оренбургская. И в прошлой осенью дом был отдан на баланс другой управляющей компании, у которой, судя по всему, пока не доходят руки до ремонта фасадной части. В новой управляющей компании сообщают, дом по Советской, 27, взят во временное управление сроком на год, начиная с конца сентября. Остаток прошлой осени был потрачен на срочный ремонт кровли. Что касается балконов, то они опасений в плане аварийности не вызывали. Их будут ремонтировать в плановом порядке с окончательным приходом тепла. При минусовых температурах раствор, сами знаете, не застывает. А какие-то добавки, это ненадежно. Сейчас немножко установится температура плюсовая положить, и уже будем, если что-то где-то отваливается, грубо говоря, то все будем это подмазывать, подделывать. Наверх посмотрите, пожалуйста. Не страшновато? Нет, а почему я должна бояться? По Советской ежедневно гуляют сотни человек. Вверх никто не смотрит. Время падения сосулек прошло, бдительность притупилась. Да и какая это прогулка с постоянно поднятой головой. Такой ситуации, конечно, приходит, надо смотреть. А так мы, наши обязанности входят. Мы, граждане, мы должны просто ходить, любоваться, а не опасаться, что на нас что-то упадет. Центр города давно требует к себе внимания. И эта ситуация лишь частность подтверждения общей проблемы. Внешняя перспектива центральных улиц еще на уровне. Куда хуже внутреннее содержание дворов. Но если здесь пройдешь по Советской, Николаевской, которая раньше была, то фасады центральные здесь еще как-то смотрятся. Если с той стороны зайти, со двора, там печальное зрелище, ужасное. Тем временем администрация Оренбурга проводит обследование исторического центра. Уже проверено 200 объектов. Цель – выявление незаконных торговых точек и определение действий по охране памятников истории и культуры. Работа должна завершиться до 1 июня. Виталий Дерябин, Игорь Бероев, Владислав Горбунов. Новости дня. Продлить действие регионального маткапитала и расширить направление его использования предлагают депутаты Законодательного собрания Оренбургской области. Все подробности в следующем материале. В законодательное собрание внесен проект закона о продлении срока действия регионального материнского капитала. Инициаторами выступила фракция ЛДПР. С начала реализации закона выдано уже более 36 тысяч сертификатов. В соответствии с действующей редакцией закон вступил в силу в 2011 году и закончит свое действие 31 декабря 2021 года. Мы предложили продлить срок действия до окончания 2026 года, поскольку мы считаем, что на сегодняшний день региональный материнский капитал и вообще материнский капитал федеральный, в том числе он стал все-таки значительной поддержкой для многодетных семей. На сегодняшний день размер материнского капитала составляет 116 866 рублей. С 2015 года эта сумма не индексировалась. Депутаты предлагают изменить эту ситуацию. Мы предложили вернуть статью об индексации регионального материнского капитала, которая была исключена из действующей редакции в 2015 году. Мы считаем, что вот с учетом социально-экономических, демографических условий у нас в стране, у нас в регионе, необходимо вернуть данную статью, чтобы эта выплата не потеряла свою значимость. И предлагаем мы индексировать ее на уровень инфляции в нашем регионе. Если говорить про 2019 год, то этот уровень инфляции составил официально по данным территориального государственного органа статистики 2,4%. Вот на этот уровень мы предлагаем индексировать региональный материнский капитал. Кроме того, фракция ЛДПР предлагает расширить направление использования регионального маткапитала. К четырем уже действующим добавить возможность приобретения автомобиля отечественного производства. Подобная практика уже действует в ряде субъектов Российской Федерации. Светлана Семенида, Владимир Жидов. Это новости дня. Вот что будет далее в нашей программе. Культурный поход в онлайн-режиме. Музеи и театры приглашают на спектакли, беседы и лекции в удобное время. Перешагнуть вековой рубеж. В гостях у долгожительницы в Шерлоке побывала наша съемочная группа.
Спорт на карантине. Как не потерять сноровку и мышечную массу? Советы известных спортсменов. Человек необыкновенной судьбы. Наша съемочная группа побывала в гостях у долгожительницы из Шарлыкского района. Возраст Анастасии Тишиной уже перешагнул вековой рубеж, но до сих пор она помнит все в мельчайших деталях. Анна Немых и Георгий Бурлуцкий узнали, как удалось дожить до столь почтенного возраста и сохранить ясность мысли. Подробности далее. Анастасия Кузьминична была первым ребенком в семье. Она родилась 18 октября 1918 года и уже отметила свою 101-ю годовщину. Ну, так жила, жила и дожила. Как? Я не знаю, как. Уникальную жизнь Анастасии Тишиной едва ли можно поместить в полнометражный фильм. Слишком много обрушилось на хрупкие женские плечи. Она родилась в маленькой деревне в Башкирии. В 12 лет поняла, что такое советская власть. Их семью раскулачили. Отца увезли в неизвестном направлении, а через месяц мать с 10 детьми отправили в Казахстан, в спецпоселение. Чтобы хоть как-то устроиться, им по ночам пришлось рыть землянки, днем работать в поле. Пахали, на собе барновали, сами расчевали, ходили по пшеницу, все на свете руками. Поделали деревянные бороны. И вот это двое. Зацепим две бараны и двое везем. Будущего мужа Анастасия Кузьминична встретила за работой в поле, но счастье длилось недолго. Его забрали на фронт. 3 года от супруга не было невесточки. Все это время Анастасия ударно трудилась. Сеяла пшеницу, руками полола траву и, как сотни других женщин, вязала носки для фронта. 15 апреля 1944 года супруга демобилизовали. В послевоенные годы у них рождается 7 детей. В 66-м году он у нас умер. Тут она одна осталась, и что, мы начали уже первый год, уже тут и сенокос, и все. Согребем это сено, сложим в копешки, там как приходилось. За свою долгую жизнь Анастасия Тишина получила множество наград. Есть и за труд, но особо дорожит вот этой – медалью «Материнская слава». Теперь дети благодарят, что всех поставил на ноги. Внуки и правнуки особо дорожат бабушкиными угощениями. Никогда не забуду ее хлеб. Вот хлеб, который у нее в кладовке, в такой прохладной, он лежал в эмалированной кастрюле, большой желтой эмалированной кастрюле. И когда вот бабушка доставала туда эту булку хлеба, то есть полежавший, можно так сказать, там где-то сутки двое, от этой булки такой аромат был. Анастасия Кузьминична из рода долгожителей. Дед прожил до 102 лет, тетя умерла в возрасте 107. Но секрет признается не в родословной, а в большой и крепкой семье. У нее осталось 5 детей, 20 внуков, 30 правнуков и 2 праправнука. Анна Немых, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. Неделя культуры в Оренбурге пройдет в необычном формате, сообщили в Министерстве культуры. Все события пройдут на удалении от посетителей в онлайн-режиме. Музеи и театры области опубликуют на сайтах лекции, экскурсии, прямые трансляции репетиций и спектаклей. Запланированные мероприятия ко Дню работника культуры, Всемирному дню театра также пройдут онлайн. Подробный план опубликован на сайте Минкульта. Спорт ушел на карантин. Об этом стало известно еще на прошлой неделе. Но расслабляться спортсменам не приходится. Даже находясь на домашней изоляции, продолжают работу над собой и делятся своими тренировками в сети. Наталья Мороз узнала, как можно не потерять мышечную массу, пока сидишь дома. В видео с хэштегом «карантинем» Хатаев, оренбуржец Мамедов, набирает обороты в сети. Габилу, который удачно выступил на европейской олимпийской квалификации по боксу, он находился в составе российской сборной, пришлось вернуться домой. Соревнования прервали из-за пандемии. С коллегой по рингу и мамом Хатаевым запускают челлендж в сети. Свою спортивную эстафету придумывают и футболисты. Спортсмены чеканят рулоном туалетной бумаги, как будто футбольным мячом. Не покидая своих квартир, в теннис играют итальянцы. При этом делают это на высоте. Мастерству можно только позавидовать.
Но если потехи час, то делу дома самое время. Тренироваться спортсмена приходится усерднее, один на один в домашних условиях. Максим Журавлев приходит в пустой зал, тренировки прерваны. Он записывает видеообращение юным спортсменам, чтобы те на карантине не расслаблялись. Хочу, чтобы дети тренировались в домашних условиях. Если они не приходят в спортзал, то хотелось бы, чтобы дети занимались. Сейчас покажу разминку. Спорт не просто хобби, а норма жизни, и карантин носит свои коррективы. Профильный министр обращается с посланием не только к спортсменам-профессионалам, тренерам, но и просто к любителям активного образа жизни и болельщикам. Призывает особенно именитых атлетов показывать своим примером, как те переживают сложившуюся ситуацию в нашей стране. Рассказывайте и показывайте в социальных сетях о том, как вы поддерживаете физическую форму в домашних условиях. Вас любят, ценят, вы станете примером для всех. Уверен, эти простые действия помогут нам пережить непростую ситуацию. Как скоро можно вернуться к полноценным тренировкам, пока неизвестно. Но сами спортсмены уверены, трудности только закаляют характер. Наталья Мороз, Владимир Зволинский. Новости дня. На этом все. Этот и другие выпуски программы можно найти на сайте media56.ru. Ну а следить за жизнью телеканала можно в группах в социальных сетях. Будьте здоровы, до встречи!